Всем привет! Привет, меня зовут Аня. Сегодня мы будем открывать яйца трансформера. Сегодня мы будем открывать Kinder Joy Transformer. Новая серия Kinder Joy. Ну что ж, приступим. Класс! Первый Kinder Joy пошел. Интересно, как всегда там будет? Только в одном яйце из трех серийная игрушка. Ну что ж тебе попалось-то, да? Мне кажется, какой-то трансформер тебе попался. Вот они, трансформеры. Их здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6 штук. И нам попался вот такой вот робот-трансформер. И это голова. Ух ты! Не знаю, как на вас, но на нас трансформеры произвели неизгладимое впечатление. Ну, правда, мы не помним, как зовут вот этого персонажа. Ребят, вы знаете? Давай следующее! У-у-у-у! Разорвали. Ну и какая-то игрушка попалась. Что это такое? А это, мне кажется, какое-то кольцо-запускалка. Смотри, там на палец одевается кольцо. Это игрушка. Вот такая игрушка нам попалась. Она одевается на палец. Сюда вставляется жетон и можно пуляться. Чем вот эти мальчики и занимаются. Вот так эта штучка заряжается. И, внимание, ничего не происходит. Почему? Ну-ка, еще раз. Оп, и она упала. Давай дальше. И Даник открывает следующее яйцо. Что там внутри? Еще один трансформер? Кто это? А это мотоцикл-трансформер. Мотоцикл превращается в робота. Вот здесь видно, как он стоит. И на его спине прицеплены колеса. Держитесь, я пришел. Он на насекомое на какое-то похож, Даник. Правда? На кузнечика. Идем дальше. Разобрался со следующим киндером. И что же Данику попалось в этом яйце? Это трансформер? Нет. Нет, это не совсем трансформер. Это из той серии, когда животные находят какой-то кристалл и вдруг превращаются в каких-то вот монстров. Вот нам такой кроко-монстр попался. А это хвост его. Ну куда-то хвост надо прицепить. Ох, какой он мощный! Ты посмотри на эти ноги, Даник! Вот это да! И следующее яйцо открывает Дань. Мне уже не терпится увидеть следующего трансформера. Да у нас уже целых три трансформера. Ну, это не совсем трансформеры. Настоящий нам попался только один. И что же попалось в этом яйце? Еще один? Еще один из той серии, где они находят кристалл, да? Нет? А кто это? Кто это? Трансформер! Вот такой трансформер нам попался. Почему они не пишут только, что это за трансформер такой? Вот они все вместе, друзья. Вот он такой второй трансформер нам попался. Интересные у него ноги, как у ковбоя. Нет. И хвост. Что это? Это десептикон? Кто это такой? Десептикон. И последнее яйцо у нас осталось. Что же попадется там? Какой-то бабуль. А мне кажется, какая-то пулялка очередная. Сейчас увидим. Так. Ну что, кто был прав? Дракончик. О, дракончик золотой нам попался. Класс. Ты правда такого хотел? Да. Оказывается, Даник хотел этого золотого дракончика, чтобы он попался. Вот так он летит, и у него и машет крыльями. Если вам нравится открывать Kinder Joy, смело ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Пока-пока. Пока-пока.